Сроки за инакомыслие. В российском Ростове суд вынес приговоры четверым крымским мусульманам. Руслан Зайтулаев получил 7 лет колонии общего режима, как якобы организатор ячейки Хизбут Тахрир. Фират Сайфулаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет заключения. Напомню, крымчан по подозрению в участии в Хизбут Тахрир арестовали зимой 2015 года. В России эта исламская организация отнесена к террористическим. В мае 2016 их доставили в Ростов-на-Дону, где в июне начали судить. МИД Украины выразил России протест в связи с незаконными приговорами и потребовал прекратить репрессии против крымских татар.